Первенство по пауэрлифтингу уже стало традиционным в календаре спортивных событий Слободского района. Год от года увеличивается количество участников. На нынешних соревнованиях отмечено еще и присутствие зрителей. Пауэрлифтинг, я считаю, зрелищный, особенно если спортсмены добиваются значительных весов, когда на плечах вес более 200 килограмм, это как бы впечатляет многих обывателей, даже любителей спорта. У каждого из участников соревнований есть свои спортивные достижения, которые либо хочется повторить, либо превзойти. Поднимая тяжести, они не только тренируют тело, но и вырабатывают волю. На соревнованиях это воля к победе. Тимофей Волков в этом виде спорта 1,5 года. Время не прошло даром. У молодого человека появились серьезные спортивные достижения, на которых он не собирается останавливаться. Готовлюсь к соревнованиям весной бот ПФО в Нижнем Новгороде. Я собираюсь там кандидата получать, мастера спорта. Это моя цель. А дальше уж там мастера спорта получать. Одни работают на спортивный результат, другие проводят время в тренажерном зале, формируя тело. Пауэрлифтинг – силовой вид спорта. Благодаря ему человек приобретает отличную физическую форму и гордится своими спортивными достижениями. 85 килограмм. Жиме, лежа, штанги. Дмитрий Шихарев говорит, аналогичного результата у сверстников не наблюдал. Пауэрлифтингом молодой человек занимается 1 год. На вопрос, что дают ему эти занятия, отвечает. Хорошую физическую подготовку, можешь за себя постоять и все прочее. Сегодня у нас соревнования по троеборью. Это приседания, жим, становая тяга, а также отдельно по жиму лежа. То есть ребята могут выступить как в троеборе, так и в жиме лежа. Те, кто выступает в троеборе, у них автоматом идет зачет соревнований по жиму лежа по весовым категориям до 66, до 74, до 83, свыше 83. А также в этом году мы выделили отдельную группу, которая использует экипировку, они отдельно соревнуются. Эти ребята имеют высокие спортивные разряды, достижения, поэтому мы их выделили в отдельную группу, чтобы это не мешало другим участникам получать свои награды. Специалисты рекомендуют заниматься пауэрлифтингом не ранее, чем с 13-14 лет. Добавляют, что регулярные тренировки с отягощением не только делают тело рельефным, но и приносят пользу всему организму.